Не для меня Дон разольется, там сердце девичье забьется. Мы снова здесь, чтобы низко поклониться тем, кто спас мир, и не только нашу страну, от масштабной катастрофы. Из нашего города более 600 человек побывало, закрывая собой мир. От радиации ушло из Череповца. По России эта цифра более 500 000. Тех людей, которые, несмотря ни на что, отдали свой долг Родине и стали действительно героями. Многие люди уже не с нами. У нас часто сейчас вот стали почему-то называть ликвидаторов пострадавшими, жертвами. Значит, той аварии. Почему пострадавшие? Почему жертвы? Ведь солдаты и офицеры, которые выполнили приказ, не могут называться жертвами, их по-другому называют. Я скорблю о тех, кого нет с нами, и желаю здоровья и долгих лет жизни тем, кто жив. Мы даже не представляли, что настолько страшно это все может обернуться. Мы понимали, что мы каким-то образом помогаем людям, но что это вот трагедия отразится на всем мире, и что в конечном итоге каждый человек будет понимать то, что это страшная авария, которую нужно было бы предотвратить, вот тогда бы действительно был мир прекрасен. А так получается, все вот случилось таким образом, что много было жертв, много людей пострадало, много вдов оказалось.